Старые лампочки и батарейки смогут бесплатно сдать для утилизации жители северной стороны Севастополя. Как сообщает пресс-служба правительства города, в субботу 16 февраля на площади Захарова пройдет акция «Сбор опасных отходов от населения на безвозмездной основе». Мобильный пункт по приему на базе автомобиля будет работать с 10 утра до 14.00. На безвозмездной основе принимаются пластик, стекло, батарейки, макулатура, медицинские отходы, ртутные лампы и другие ртуть-содержащие приборы и изделия, градусники, аккумуляторы и оргтехника. Акцию проводит специализированное предприятие «Общество с ограниченной ответственностью. Агентство ртутная безопасность», которое обычно оказывает услуги утилизации опасных отходов на платной основе. Сбор опасных отходов проходит при поддержке Севприроднадзора.